Всем привет, это у нас бабка. Сегодня будем смотреть новый мод от доктора Хака. Так, давайте начнем с нашей комнаты. У нас же уже железный потолок, железный пол, стальная подушка. Так, железные двери, это мы как будто бы на подводной лодке. Прикол. Так, полы тоже такие же примерно. Ой, я нашумел. Ладно. Смотрите, а бабка железная. Кстати, пошел на. А вот так, она еще матерится. Так, бабка матерится. Если что, запикаем. Смотрите, какая красивая ваза. Она стала граненая, бело-голубая. Вон. Класс. Красивее самой стандартной вазы. О, она на горлышко встала. Я думаю, почему... Ой. На. Так, она меня спалит. Она здесь прямо. Ой. Почему она не уходит? Ага, опять. Бабка матерится. Так. Она нам не дает выйти. Давайте быстренько от нее убежим, хотя бы на открытый дворик. А то я уже тут застрял. Матершинница. Так, вот такая у нас кухня, смотрите. Все железное. О, смотрите, какая дверь прикольная. А здесь у нас плитка. Так, класс. Дом стал из предупреждающей текстуры. Так, это дом заходит. План чего? План корабля. Так, бабка, ты здесь? Она у нас хочет, видимо, построить то ли морскую подлодку, то ли корабль. Смотрите это. Аргон. Левитан. Аргон, левитан. Не знаю, что такое, но, скорее всего, это плавающие. Так, колодец тоже стал прикольным. Все металлическое. Так, арбуз кидаем. Да, конечно же, криво. Значит, боком кидать надо. Вот так. Получили арбуз. Смотрим детский домик маленький. Он у нас стал, ну, в принципе, почти таким же, как в стандартной версии, но он стал полосатым железным. Ну-ка, гильотина. Она не изменилась, такая же. Древние. Здесь у нас цифры. Это значит, что он проставлял номера на текстуры, чтобы потом найти эти цифры в игре и уже точно знать, в каком месте находится текстура. То есть, какую текстуру он меняет. Железный проход. Так, что у нас дальше? Железные ящики даже. Так, табличка та же осталась. Да, ящики уже стали не деревянными, а железными. Так, это что за щель такая? Ну-ка, внутри. Внутри все стало тоже металлическим. Но звуки деревянные. Так. Ну-ка. О, то есть у нас еще сейфовая дверь металлическая. Все, это означает, что нам конец. Мы не сможем никак выйти. Да, мы не знаем пароля.
Так, здесь ничего нет. Ну-ка, по двери можно залезть? Давай. На машину. Все, дверь исчезла. Да уж. На! Бабку отвлечем арбузом, сами подождем. Сауна стала тоже металлической, смотрите. Я представляю, как здесь париться. Наталья, морская пехота. Так, Наталья, морская пехота. Это известный мем Ютуба. Психованная женщина, которая матерится. В автобусах и троллейбусах. Так, она мне тут... Нет, она мне не накозлила, смотрите. Я могу пройти. Но в притирку. В правой стене. Да, конечно. Кстати, я пошел на... Не успел. У нас уже четвертая жизнь. Так, ладно, не паримся. Игру я не собираюсь проходить. Просто посмотрим все, что переделано. Так что нам хватит всех жизней. Так, сейчас пойдем на третий этаж. Эта дверь деревянная, кстати, осталась. Ух ты, все в металле. Так, металлические ящики. Эту дверь не надо было переделывать, она и так металлическая. Манекен, в принципе, похож на ржавый металл. Тоже можно было не переделывать. Ой. Так, мы в ванной. Ванна железная. Идемте сюда, сходим налево. Картина стандартная. Так, у ящиков есть деревянные элементы, выдвигающиеся. А, моя картинка телека. Моя текстура. Кстати, пошел на... Она мне все посылает на три буквы. Мою текстуру оставил доктор Хак. Видимо, понравилось. Что у нас телек здесь не работает. Ошибка телевещания. Так, где мы еще не были? Так, мы здесь не были. Красивая кровать. Ну так-то хорошо, что все выдержано в одних тонах. Даже... Ой. Давайте не будем сразу проигрывать. Еще к Тедди сходим, посмотрим, переделал ли он его. Наталья, морская пехота. Так, бабка у нас. Наталья, морская пехота. У нее как будто кимоно древнекитайского воина, видите? Так, ты откроешь дверь? А я как раз пойду к Тедди. А. Стул на грани падения, она чуть меня не накозлила. Игра. Так. Как будем выходить? Мне сейчас шуметь-то нельзя. Сейчас послушаем, куда она пойдет. Ой. Скорее всего, ушла. Ух ты. Смотрите, какая плитка красивая, железная. Она еще и почти что светится. Это вообще уже на грани не похоже. О, класс. Вообще прям другая игра. Вот здесь. Доктор Хак молодец. Так, Тедди стандартный. Наверное, Слендерину я не смогу показать никак. Да он ее, скорее всего, и не менял. Вот дверь деревянная, мясо он оставил стандартным. У нас мясо не железное, хотя бы прикол. Хотя бы это хорошо. Так, тут у нас плитка как в душе. То есть не плитка, а решетка для слива воды. Вроде бы все посмотрели.
Так, идемте еще на открытый дворик. Ну-ка, посмотрим колодец. Ручка деревянная. Да, молодец, все в тему, все красиво. Но предметы почему-то не переделывает. Допустим, арбуз так и остался арбузом. А посмотрим, что в колодце. Наверняка молоток. Так, она уже там идет. Да, молоток. Ну-ка, что это вообще за текстура двери? Дверь, у которой замок снизу. Или это глазок? Вот ручка, кстати. Вот вторая ручка. Ой. Давайте сюда кинем. Он там не шумит. Да, все, нам конец. Сейчас бабка... А интересно, она в сарайку приходит просто так? Ради прикола. Где она? Она ушла. Так тихо, я даже не слышал. Интересно. Я не слышал открывания двери. Так, я здесь был? Она капкан поставила. Ну-ка, под стол можно залезть? Нет. Так, я нашумел. Ждем, откуда придет. А, молодец. Я так-то бабку еще не рассмотрел, в принципе. Но ее так и не рассмотришь. Ее надо, по идее, останавливать. Ну вот. Кстати, я пошел на! Ну вот так только если. Так, ну давайте на этом видео закончим. Все места мы смотрели. Мод оказался интересным. Все выдержано в железных тонах. Это, видимо, у нас либо подводная лодка, либо какой-то летающий корабль. Спасибо доктору Хаку за мод. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Топси. Всем пока.